точно был КО. В дополнении возможно, вот в оригинальные, про оригинал. Ну, блин, там вообще как сетевые режимы были... Да даже в Думе был КО. И в этом я на 100%. Чё? Ладно, я не буду ничего говорить, потому что не можешь так, вот у меня детство сломал только что. Просто взял, ну, погоди, и сломал его. Мы бегали по модему, я когда модем себе купил, я вам говорю, я же не мог, мне это не могло присниться. Я с другом по модему играл, и в Дюка Нюки мы... Я хочу верить в то, что тебе это приснилось, потому что, ну, обидно, потому что я не знал этого. Или, черт подери! Ты реально сломал, спасибо тебе, мы бы хотим встретить, поиграть в одиночку, а не в каопе, и вот тебе есть кого показать. Кстати, надо какой-нибудь новогодний стрим замутить, какую-нибудь новогоднюю игрушку такую крутую. Мы планируем, если что, человек-ведро починится, и Виктор Зуев похмелится, и мы планируем... Во-первых, я все хочу. Вы во что там будете играть и в какой день? Нет, ну подожди, Витя хочет Геттисберг показать. Но я так понимаю, что половина нашей аудитории даже слов таких не знает. Ну я типа зайду туда пару слов сказать. Я, кстати, как ни странно, в Геттисберг играл. А что касается типа дальнейших планов, то я бы в Сэма погонял. Реально, вот ночь Сэма устроить в коопе. Надо в Сэма играть. Не в Геттисберг, а в Сэма в первую очередь. Ты мне, может, и если... может, вы мне скажете, что и в Сэме не было кооператива? Там был точно, там как бы ставлю десятку. Там можно четвером рубануться, на самом деле. Там даже можно сколько угодно вообще, по-моему, запускать было. Не, ни хрена, но самое веселое, там можно было в сплитскрине на одном компе играть. Да, да, да. Но самое отстойное было, это, ну, тот, кто на мышке был король, а тот, кто, блин, на клаве сидел. Наверное, Евгения надо было сажать. Я смотрю, он хорошо справляется. Да, Евгений, судя по Владу, знатный тракторист. Ну, типа, что касается Сэма, то там надо правила какие-то прикольные, чтобы люди за нас болели. Типа 20 смертей поставить, типа 20 смертей, и все, влетаешь из игры. Мне кажется... На самом деле, если смотреть, 20 смертей — это дохрена. 20 — это дохрена, не дохрена, чувак, для Серёжи Сэма. 20 — это нихрена, не дохрена. Звучит, звучит. Чувак, не, ну естественно... Это дохрена. Да ни хрена! Спор, какой отличный спор. Ну, конечно, интеллектуальный, но а что тут можно поделать? Я тебе говорю, что 20 раз за серию Сэм, ты помнишь, какая она длинная? Просто. Да, чувак, там секреты есть, как там, вот ты знаешь, когда на первом левеле там ракетницу достать, например. Да, ну надо назад бежать с самого начала еще. Ну, а не назад, надо на стенку лезть. Ну, я и так на стенку лезу, короче. Странный, странный разговор. Кстати, здесь, по-моему, вот эти пауки. А, нет, зеленые пауки опьянение дают. А, да. О, у тебя инвиз есть? Да. Блин, это, по-моему, первая игра, где реально ползущие противники мне попались раздражающие. Ну, в Дюке же были еще эти всякие слизняки сраные, и... Да, они еще? Как-то меня... не особо бесили. Да, меня в Дюке скорее бесили, знаешь, что эти плавающие, когда вот плавают... Осьминоги, которые орут еще, да. Меня летающие твари бесили. Эй, летающие эти, с джетпаками. Их прикольно убивать, но они бесят, потому что если бегать по стрелочкам, по классике, то не особо удобно целиться. Ну, тут все-таки автоайм работает, кто не знает, ну, это вот сейчас Евгений постоянно целится посередине, если что, экран, как тут нельзя вверх-вниз смотреть, фрилука нет. Ну, есть вот такая хрень, но она не особо удобна, потому что как будто пьяным становится. Сейчас в стриме это будет чуть попозже, понятное дело, но вы поймете, о чем я. Нет, одному же мужики напоминают раздушившегося Розенбаума. Чувак, ты когда говоришь, это одновременно с тем, когда это происходит. А, господи, первый раз, извините. Что, ты первый раз извинился в своей жизни? Нет, первый раз в стрим, так что. Вот тут где-то будет, я уже, по-моему, дохожу где-то до, собственно, этого парка. Я помню, я много извинялся в первый раз. Отсчитываю до 10 секунд такой, 10-9, вот здесь будет как раз. Блин, что-то я как раз с фрилуком связанное хотел сказать, но потом забыл. Да. Ну вот, кстати, в этих играх мне его всегда и не хватало, что в Думе, что в Duke Nukem мне именно нравилось. Хотя там он криво был сделан из-за того, что игра практически вся, хоть он называется Duke Nukem 3D, но там, блин, двухмерное большинство объектов и монстров, поэтому когда смотришь влево, ну, вверх и вниз, все начинает плющить нереально. Например, в Redneck Rampage вообще можно было нажраться прям в игре, и тебя начинают... Там водку пьешь, она хп восстанавливает. Да, и тебя начинают колбасить. Хилиться потом еще, отпивать из бутылки. И умереть, по-моему, можно с нее, если я пытался, по-моему, можно умереть. Не-не-не, подожди, вроде нет. Мне кажется, она юзалась как... Можно пить, и в итоге все так закончится. Нет, это в подземельях Кремля 2 бухло отняло жизнь. Это кто играл? Чё, я помню, что в Red Dead Redemption, чтобы уровень закончить, нужно было дать по щам монтировку. Монтировка брату
Дауну. Но там реально вот бухло, которое ты пил, там, по-моему, типа на управление влияло, тебя начинал. Ну да-да-да, ты пьянел. А. И куры везде еще. Кстати, я теперь понял, что подземелье Кремля-то больше всего именно на Блад по стилистике похоже. Как-то, да. Как-то очень, да, плохо звучит, но ладно. Не-не-не, там просто тоже были монстры в капюшонах. Ты обижаешь Блад. Ты просто... Да ладно, чё, подземелье Кремля не нравится, что ли? Замечательная классика. Не бывал. Замечательная классика игры строения на Бумстартере вроде сейчас собирают на ремейк. Да серьезно, что ли? Ну нет, конечно. Слушай, Евгений, я считаю, что нам надо выходить, мне кажется, на Бумстартер именно с этим проектом. На Бумстартере можно две вещи собрать. Это что-нибудь про войну, типа деды воевали. Этот же собирает на Сталин против Марсиан 3. Ну, конечно, Щербаков, я вам недавно ролик его видел. Это вообще напало. Я помню, что мне первый делали, и теперь вот это. Причем главное, Сталин против Марсиан 3, несмотря на то, что второй, сука, части не было. Это такая веселая шутка. Но они поняли, как, что не соберут. Как и весь ролик, веселая шутка, только она вообще не веселая, потому что люди, видимо, и шутить-то не умеют. Не знаю, можно как-то весело потроллить какую-нибудь, не знаю, в Сталин Шторме, конечно, не троллили, но там были какие-то веселые темы, типа панзершреков, или как это... как эта хрень называется? Костюмы. Костюмы типа роботы, садишься в них и хренач. Никто не помнит. Подожди, в каком? Ну, Сайлент Шторм. Панзерклейн они называют. Да, господи, да, вот они. То есть как-то затроллить этой темой, там какие-нибудь веселые штуки придумать, а они... Хрен знает. Сайлент Шторм вообще говно. Ау, ты сейчас просто больно сделал. Просто боль у меня сейчас. Эй, я стул прожег только что. Вот, я нашел. Из Джонни, замечательно. А у меня стрим упал, но это только у меня, потому что никто больше не делал. Хотя бы плохим, хотя бы просто потому, что там был охренительный движок. Просто очень крутой. Причем я помню, что... По-моему, потом всякие вот Джеки Дэвилинс я ждал очень долго, и там даже хуже уже движок был, чем в Сайлент. Вот этот лабиринт, про который я говорил, он же один в один, как из фильма из этого Шайнинг, который мне, кстати, не нравится. Че это? Сайлент Шторм, Шайнинг не нравится, просто боль. Не стрим, а боль. Единственный нормальный фильм Кубрика — это цельнометаллическая оболочка, остальное все нудятина и кал, включая звад. А? Сосуришь средств там кучей? Ну да, я как Гомер Куча. Вот он, нашел его, чувака с топором. А у меня он раньше нашел. Видимо, тебе еще обновиться надо, чтобы еще быстрее все это появлялось. А зачем ты взорвал-то его? Ну, он замерз, что? Ну, я не знаю, мне кажется, это не очень. Нас тут спрашивают с тобой, Илья, зачем мы Зуева убили? А потому что... У него квартира, видели, какая? Мне кажется, как бы заслуживает смерти. На доллары жирует. Мои квартиры все. Теперь твои летсплейщики, мне кажется, обломятся с такими прекрасными хатами. Будут жить, как я. Или как ты в ведре. Да, ну в ведре тоже неплохо. Не, серьезно, насчет Шайнинга. Там все, что есть, это очень крутой Джек Николсон. В смысле, для фильма что-то больше нужно, чем крутой Джек Николсон? Ну, в общем-то, наверное, этого во многом достаточно, но когда мне говорят... Если даже Андреасян позвал бы Джека Николсона, ну, все равно получилось бы говно, но тем не менее, куча. Надо. Мне кажется... На 5 сек отойду, у меня пиво к концу подошло. Сейчас просто проблема в том, что, мне кажется, Джек Николсон уже не сможет вытянуть на себе как бы фильм. Ну да. Я думаю, что получилось бы что-нибудь типа того фильма с Сэндлером про управление гневом. Хотя Энтони Хопкинс вот в «Рэдди 2» вполне неплохо выглядел. Он играл лучше Брюса Уиллиса, хотя Брюс Уиллис не такой старый. Такое странное сравнение, конечно. Угу. Да, действительно странное. Но тем не менее... Человек, который... Я все хочу тебя киноманом назвать, но буду тебя синема-сексуалистом называть, чтобы не было никаких... Ассоциаций плохих таких, да, нет, ужасных. Хороших, возможно, да. Но именно... Мне кажется... Поэтому тебе Блад и нравится, что тут, конечно, с отсылками-то вообще полная порядка. Но также и Fallout... Вот эти пауки сейчас будут, они веселые. В Fallout на самом деле отсылки-то, блин, все к Монти Пайтону, да к Монти Пайтону, там половина отсылок, по-моему, к нему. Мне Fallout нравится тем, что когда я первый раз его проходил, я играл просто каким-то конченным уродом в том плане... Господи! Сейчас просто смерть это вывесло, которое невидимое. Вот. Был конченным каким-то уродом, грабил, убивал, потому что мне хотелось жить в этой игре.
том плане, что не хватало ни на что. Поэтому приходилось грабить, там, убивать детей. Караваны. Да. Ограблять. Ну, я когда делал свой обзор, я тоже постарался как можно более мерзкого персонажа создать. И мне какая-то девочка написала в комментариях, что я просто животное. А я не специально, кстати, так играл. Ну, то есть, мне просто хотелось жить в этой, то есть, выживать. А чтобы выживать, нужно оружие, там, всякое. У меня спор на эту тему был, по-моему, с Петром, что ли, с Сальниковым. Он, наоборот, типа, в играх не может отыгрывать плохого персонажа, даже если у него настрой такой. Господи, ну, у меня что-то проблемы, меня жмут. Угу. А, у меня кукла Вуду есть, она всем положена. У меня ты пока в спальне, откуда из шкафа вылезла симпатичная женщина вот, такая. Смерть, черт подери. У меня ружья нет, а просто со смертью самое лучшее — это ружье. Блин, ладно. Сколько же тут секреток, вот это реально. Я, кстати, никогда не понимал, почему их убрали из современных шутеров практически полностью. Хотя это и не удивительно, если учесть, что сейчас одни коридоры, и если ты сделаешь хоть какое-нибудь ответвление, то игра не продастся на консольках. Скорее всего. Ну да. Надо было человеку ведро сказать, чтобы он вместе с... Ведро вернулся. Ты бы лучше купил себе микрофон, пока запил. Вот, сейчас наконец-то увидим, как выглядит Калиб. Это замечательный человек. Вот, наконец-то кукла Вуду заработала, но... Не, она нифига не работает. Кукла Вуду что-то плоха. Ребят, ну, кто-то спрашивает, что читает ли нас кто-то комменты зрителей, кроме их самих. На самом деле, читаем. Просто большая часть комментов, они... такие. Я сейчас пытаюсь сделать отсылку к Пиле. Ну ладно, не получается. Пиле? Да. Да что? Фильм Пила. А, Пила. Я просто думал, что это мужик какой-то. Господи, это руки! Гребаные руки! Ненавидел в детстве, мать их, чертовы руки! Идите в задницу! У меня все-таки случилась истерика. И вот, обратите внимание на то, что на самом деле Влад — это одна из тех немногих игр, где реально были честные отражения в зеркалах. Вообще, движок билд просто поддерживал отражение в зеркалах, бро. Вот, а потом уже началось такое, что куча 3D-игр нету отражений в зеркалах. Ну вот, например, над умывальником зеркала, в нем нету отражения. Оно разбитое такое, пошарпанное. Ну, в любом случае, как бы это... Что это сейчас лезло в экран? Это то, что ты тогда испугался? Ага. Сейчас чертовы руки будут. Да-да-да, но они вот и были сейчас. Руки! Руки, господи! Ты у меня молодец, истерика, ты. Реально. Я когда проходил, еще опять же, перепроходил недавно и не знал, что их можно снимать. У меня примерно такие же всегда эмоции были. Господи, руки! Нет! Блин, вот все, у меня на языке какая-то пошлость, но я не буду эту шутку воспроизводить. Ну да, которую не стоит, мне... да. Но все и так могут продумать, как. Что-то руки, что-то пошлость. Что? Ну что, ну естественно, руки, они как бы ни с чем-то хорошим не ассоциируются. Делать какую-нибудь вещь. Да, плотники, как да. Иисус Христос, делают руками. Я думаю, какие охрененные уровни все-таки были в Владе, а? Куча комнат. Сейчас, куча... кстати, да, если подумать, современный шутер... Господи, что это было сейчас? Во-первых, современный шутер длится 2 часа. Если там такие уровни сделать, где можно плутать годами, я думаю... Нет, даже в этом проблема... Половина этих 2 часов так от сцены, на самом деле. Именно как выглядят эти все левелы. То есть, я не помню, все одинаковые. Я не помню, что прям что-то особо менялось. Почему-то я не могу смотреть тот же Bulletstorm. Я что-то не помню, какую-то разницу. Какие последние вообще шутеры были в этом из проблеме? Из тех, которые... реально неплохи, или да. Просто шутеры? Я последний просто играл как раз Shadow Warrior. И он Ну, мне не понравился, да. Я вообще не понимаю, такое ощущение, что люди боятся оценку дать, то есть справедливо. Потому что по ностальгии ударят. Ну, Женя, да. Поиграй в XCOM Bureau, хороший шутер, отлично, тебе понравится. Да XCOM... ты понос советуешь, братишка. Зачем? Не, вот человеку... именно, что из шутеров было неплохое за последний, именно классический шутер от первого лица. Так их просто не было. Я даже не знаю там, что можно... Нет, подожди, надо подумать. Мне второй Darkness понравился из последних. Кстати, и первый был вполне неплох. Потому что второй неплох. Но он совсем не похож на первый. То есть первый он на Condemned больше похож, а второй... Condemned — это же монолит как раз и делали. Биошок, ребят, биошок. Infinite Tentacle. Я еще до конца не дошел даже, но как бросил на полпути. Блин, но второй мне больше нравился, когда ты играешь за большого папу, он там рубит всех. Да нет, второй, кстати, хуже, чем первый, 500 тысяч, 3 миллиона. А мне вся серия не нравится, я признаюсь, мне что-то вообще не понравилась ни одна из игр. Может, Метро 2033, как тебе? В смысле, Last Light. Что?
тоже не понравился? Я просто в нее не играл. Но я смотрю список сайтов. Как мне первый метро понравился, второй как-то менее. А мне наоборот второй понравился больше, чем первый, который мне типа совсем не понравился. Ну вот мне Blood Dragon из таких вот, я не знал о существовании этой игры, я недавно... Blood Dragon это Far Cry. Да, третий. Ну она вообще как к Far Cry отношение такое. Ну да, там все начинается. Я запускал, но я не вытерпел визуальной составляющей. Да, но я согласен с тобой, все слишком красное такое, там к стилю надо привыкать, но вот мне именно геймплейно и в плане отсылок и графона, не самого как бы графона, а вот стилистики, там типа пистолет Робокопа, пушка из тоже как фильма забыл какого, с Куртом Расселом, вот эта вся херня меня очень зацепила, так я, тем более игра короткая, за 5-6 часов можно пробежать вообще изи, вот. А так скажи, реально, ты о чем сейчас говорил? А Blood Dragon. А так вот, чтобы реально 3D шутер с полностью классический. А блин, я этого чувака убрал, извини, что перебил опять. Не, просто классических-то и, в общем-то, и нет уж ни хрена. Выходит сейчас. Как ты выпустишь? Ну, блин, вот Shadow Warrior, казалось бы, консольный эксклюзив, компьютерный эксклюзив, ну вот нынешний, который вышел. Уж можно оттянуться по полной, сделать все как угодно, классно прыгаешь. И... Не, ну у меня сейчас там момент... Да, вот у меня только что до него дошло. Я запустил другую главу, я... Запутался там, я уже не понял, куда идти, поэтому... Ну, это правильно, это всегда так и происходило в детстве. То есть я когда в Duke Nukem застревал где-нибудь, я всегда запускал другую главу, и она на втором левеле становилась еще более А я вводил ноуклип, и все работало. Ты не помнишь, наверное, нет? Не, я помню... Проходить сквозь стены. Я не помню, как... Сейчас, погоди, сейчас, быстренько. Я помню, Дэн Корнхолио все оружие давало в Duke Nukem. Из этого я помню и ДДКУД только, но это Дум. Чего? Дума? И ДКФА, по-моему. Да, и клип. Да. Но в Дум... Который позволял там, этот, по-моему, клип. Я почти уверен, что если ты в первый раз играешь в Дум, то ну, во второй, например, вот сейчас человеку, да, его пройти, который никогда не читал... Что ты, какой код хочешь, Жень? Что? Какой ты код хочешь, Жень? Сейчас уже никакой, потому что это я уже взрослый, я могу без кодов играть. Набери код Эдмарк. Здесь я вводил разные, кстати, здесь они заблочены. Я вводил Спилберга, чтобы перевестись на Спилберг еще какой-то. Господи, собака! Вводил код Спилберг еще какой-то, чтобы перейти на левел, где было поле. Бейсбольное поле можно было играть, или футбольное оно было. Там можно было играть как раз футбол головами зомби. Там огромное поле, бегаешь по нему и пинаешь голову. Но я не смог, потому что здесь, видимо, коды вообще не работают. Я, короче, еще хотел сказать-то по поводу именно кодов. То, что, например, вот покажись сегодняшнему какому-нибудь игроку, который не играл в Doom 2, и он его не пройдет. Ну, вот просто не пройдет, если он не знает, не видел этих уровней раньше, не знает, куда идти. Мне кажется, он в жизни его не пройдет. Просто заплутает где-нибудь там на 10-м, и все, привет. И, ну, я помню, что такая... Сейчас я, может быть, и прошел бы, но тогда мне ИТ-клип просто, ну, помогал, наверное, 4 или 5 уровней я прошел только благодаря ему. И даже в Quake 2 были моменты, где вообще непонятно, куда идти, там, в консоли вбивали коды, и... Сейчас я вообще не знаю, есть ли в современных играх коды, потому что они как-то... Не... Ну, реально, каким надо быть умственно отсталым, чтобы не пройти? Какая последняя игра у тебя реальные трудности вызвала вот в прохождении, что сложно аж... Call of Duty. XCOM на Iron Man. Но не это сраное XCOM бюро, а именно, в смысле, XCOM. Не, ну мы про шутаны же. А, про шутаны? Да, но вот, типа, ну... За последние 10 лет, чтобы ты не запоролся где-нибудь, потому что... В том же... блин, не знаю, какой пример привести, но я помню, что некоторые неплохие игры я просто бросал из-за того, что был какой-то момент, который я пройти не могу. Сейчас такое уже представить трудно, но то есть вот реально момент, который невозможно пройти, типа, в... По-моему... Блин, вот не могу вспомнить. Soldier of Fortune, по-моему, был какой-то момент с боссом-вертолетом, который я убить не мог, короче, или что-то такое. И типа... Ну я просто не уверен, я типа навскидку говорю, но пример понятен, мой посыл. То, что были моменты, которые невозможно пройти настолько, что ты просто бросаешь прохождение. Сегодня надо на месседж... Извини, что перебиваю, смотрю, Женя у нас пацифист играет, тут куча гражданских бегает по городу, и он их старается не убивать.
Так черт его, у одного из них ключ будет. Я не помню, на этом левеле или на каком, у одного из них будет ключ. По-моему, на следующем был. Там надо не потерять его, потому что я бродил, думаю, что происходит, Надо завалить одного из гражданских, и тогда у него будет этот ключ. А еще здесь можно... Ну, сердца это... Господи боже, сейчас взорвется все. Там еще будут сердца, их тоже жрать можно, чтобы КП восстанавливать, но у меня много их и так. Это, кстати, альтернативная вселенная 50-х годов Америки. О чем сказали во второй части, по-моему. Не 50-х. Ой, 24-й или 28-й. Это год. Начало 20 века, 20-30 год, да. Во потом второй части, по-моему, сказали 90-х. Как-то намекает. По-моему, 24-й или 28-й, я не помню, как вы сказали. Во второй части была какая-то отсылка временная, типа. Но вторая часть современная, типа. Да. Кому к черту нужно метро? Метро — это был бич второй части. Там было 3 или 4 уровня в метро. Совершенно одинаково. Просто идешь по поезду вперед. Где? В Влади 2. А, да. Но она вообще какая-то недоделанная была. Вот. Но там куча была багов. Она угловатая какая-то. У нее графика хуже, чем у первой, в том плане, что... Первая, она как, ну... это, типа, это переход из 2D в 3D, считай. С того движка. Ну, LTE еще вообще такой движок, на нем были неплохие игрушки. Если там хоть немного схалтурить. Она была запакованная, просто проблема разработчиков тех времен было, что они, видимо, брали бюджеты и потом куролесили жутко на эти бюджеты, и потом за последнюю неделю пытались сделать игру. И, прям типа... как я, кстати, с микрофоном. У меня? Прям как я с микрофоном говорю сегодня. Да, ну типа, короче, даже сейчас вот современный проект делают, Westland 2, вот разработчики тех времен как бы взялись, они даже для бейкеров не смогли, для тех, кто задонатил, не смогли вовремя сделать игру. А что касается для издателей, вот эти постоянные темы, помните, это сейчас выходит игра, если сказали, будет Call of Duty в конце года, он выходит, если не раньше, чем там, лишь бы бабла срубить. А тогда, типа, анонс, и игра могла 7 лет разрабатываться. It's done when it's done, любимая фраза. Не, ну кроме Duke, само собой, там, вот у меня журнал GameXZ за 97 год лежит, там, или за 98, там, как написано. Нет, выйдет, а у меня наоборот, вот у меня страны игр, там, старые выпуски 99-х, 98-х, там, 2000-х годов, и там, ну, написано, типа, Max Payne, дата выхода, там, 98-й. Или 97-й вообще, какие-то скрины непонятные, с какими-то амбалами лысыми. И, короче, вот так вот смотришь, и игра-то вышла на 4 года позже, чем планировалось. И такое регулярно встречается, то есть многие проекты вообще так и не вышли. Ну, про Duke Nukem Forever — это просто самый известный пример и самый известный фейл. Ой, да, это вот вообще кошмар, конечно. Я прошел его только из-за того, что он фразу не говорил, кстати. Причем самое отстой это в том, что на самом-то деле, когда ты проходишь... Русская озвучка, он это делал голосом Шрека, поэтому ты, видимо, не прошел бы. Не, я на английском, оператку английскую еще хочу. Причем самое интересное, то, что на самом-то деле этих фраз там было всего штук 30 с небольшим, на самом деле. Когда ты игру проходишь, можно посмотреть, послушать все эти фразы. И это было очень печально. И вообще игра. Нет, говно. Там больше было фраз. Но... И даже интерактивность они какую-то пытались сделать. Но чем ближе к концу, тем, видимо, меньше... Джетпака нет. Нет, джетпака. Джетпак, там достаточно того, что там три вида оружия можно с собой носить. Это же просто плевок, на самом деле. Но это бред. Вот это вообще убило всех, наверное. То, что там... Чёртов Call of Duty. Да это и есть консоль. Call of Duty. Это и есть Call of Duty, на самом деле, просто плохо сделанный. Ну, да. Там попадались моменты, которые так вдруг невзначай напоминают о чем-то крутом. И тут же следующий же экран, опять тир с тремя видами оружия. Как бы. Ну, были какие-то реально моменты там с уменьшителем, с еще чем-то забавным. Были моменты, где надо вперед идти. Но... Ну, фишка в том, что вот старые игры ты можешь по уровню бродить от начала в конец вообще свободно. За тобой не закроется дверь, которая тебя не пустит назад там. Ты не перейдешь из одного экрана в другой так, что не вернешься туда, где ты уже был. Попробуйте в Call of Duty уровень от начала до конца пробежать после того, как ты типа скриптовую какую-то сценку активировал. Хотя я думаю, это даже никому в голову не приходило назад развернуться в Call of Duty. Скорее всего, там огромный негр стоит и бьет. Скорее всего, за это просто он там, знаешь, вышел за границы экрана. Ну, не экрана, а ну, да, я стена понимаю, будет. Конечно, поляки так сейчас в своих штанах делают трешовок, который мне приходилось играть. Но, о, классная смерть.
Да, там руки были, потому что я знал, что там были руки. Чёртов паук, чёртов паук. У меня сейчас еще одна не трабла. Я загрузил немного другой уровень, тоже тут проходил немного. Здесь, по-моему... А, ну здесь есть знаменитое оружие. Давай, этого. Давай чернобога мы ощутим. Ну это надо... У меня сейвы этих нет сейвов чернобога. Я уж другую начал главу. Я с сервером сейчас начал главу. Вот у меня как раз сервер последний, который вылетел как раз. Пропустить уровень. Вот, Марио код называется. Я не хочу пропускать читаки, фу-фу-фу. Ты чё, хочешь до конца что-то пройти? Не, я сейчас другое запустил. Ну так ввёл бы Марио, посмотрели бы на сервера там. Что, опять вылетела игра опять. Тут ачивки-то в Стиме не дадут за то, что ты без щитов прошел. Вот. Нет, здесь есть какая-то хрень. А если вводишь ноуклипы, куда-то залазишь, там написано, вас здесь быть не должно, разработчики. Я не хочу этого читать, это не знаю. Ты какой-то... Это где был прикол-то? По-моему, в третьем Quake или где когда-то, да, IDDQD набирал и сдыхал, типа. Ну, или... нет, это как раз в Duke Nukem. Это как раз в Duke Nukem, если ты IDDQD в Duke Nukem 3D вводишь, тебя убивает, короче, потому что там другой код. Здесь фамилию какого-то армянского чувака можно ввести. И ты умрешь, потому что чувак за эту... Господи, как эта штука называется, когда надо людей, если человек болеет сильно, они его как бы колят. Чуваркян. Да, вот, замечательный код. Чуваркян, точно, да. Ну, а если вести галустян, то в говно превратишься. Вот, микрофоны превратили. Да, ты даже не в микрофон вещаешь. Слушай, а подключи микрофон, интересно послушать, какой у нас еще вариант был. Просто вот ради интереса, как бы это звучало. Тебе же не трудно, наверное? Мини-отстойный? Ну, вот который ты купил. Ну, чтоб просто поржать, то, что человек пошел готовиться к... Я купил микрофон за 500 рублей, чувак. Ну, подключи как... его, дай поржать ты, господи. Ну, давай попробуем, чё. Ну, мне надо приконнектиться с собой снова к скайпу. Хорошо, я тебя подожду пока. Не, ну просто прикинь, сейчас подключает там такое чистое звучание, как будто... Подожди, знаешь. Но сейчас, чтобы на самом деле зрителей-то... Как сказать, зрителям пояснить по ситуации, и да? Я сейчас сижу... Ты там, главное выйди, мы исключим тебя из конфы, и все будет хорошо. А, окей. Ну давайте, еще опять сек. Давай, давай, заходи с микрофона, может быть шумит. Давай, 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 еще. Мы уже, кстати, как ни странно, время быстро пролетело, мы уже час 15 сидим, а на геймбоксе у меня, например, в основном полтора и даже меньше эфиры были. А я что-то с удовольствием так играюсь, и мне как-то весело. Ну, естественно, потому что играть-то всегда весело. Я думаю, во что... В следующий раз я, наверное, тогда игру выберу, чтобы тоже сидеть. Меня опять убили. Это случается. Причем вот у меня еще такая проблема, не знаю, случалась ли она у тебя, Евгений, когда я играю в старые игры, из-за того, что я привык к чекпоинтам и к автосейвам различным, я, например, играл вчера, ну, допустим, в Kingpin, да, играешь, там тебя на третьем уровне убивают, а ты с ужасом понимаешь, что вообще не сейвился, типа вообще. В Quake 2, когда я записывал для своего канала геймплей, у меня то же самое было, что тут, ну, в лучшем случае тебя в старых играх кидает на начало уровня. Ну, обычно так. Да, вот здесь так же. А иногда вообще на самое начало игры может выкинуть, ну, в отдельных самых таких охренительных. Я сейчас запустил одну из сэвок, и знаешь, где оказался? Я двигался к лаве, а если назад идти, там хрень, которая раздавит любого. То есть ты практически в Десенде. Ну, я как-то подумал, что когда я это проходил до сюда, и загрузил еще какой-то сейв свой, тоже где-то проходил какой-то из левелов. Я что-то вспомнил, типа, когда вот первая такая, когда автосейв, автолоад ввели на F5, на F7 обычная, ну там F8, первая такая игра была, где это очень активно использовалось, это Max Payne, то есть буквально там вылетаешь из-за угла. Вот так хорошо, конечно. Чего? Это подключился он? Нет, или это у меня голоса уже? А, да, нет, у меня мне кажется, у тебя голоса. Мне показалось, что он подключился, очень тихо говорит, и я решил... Нет, ты с ума сошел просто. Не, сейчас будут голоса, здесь кто-то говорит. Музыка замечательная, я не помню, кто писал. На Википедии читал, пытался запомнить, но забыл. Чувака, который придумал эти детские голоса, и вот этот вот, который сейчас будет играть. Да, так вот, короче... Типа, когда автосейвы и автолоуды появились, зачастую ты автосейвился прямо перед тем, когда у тебя 15 хп и пуля летит уже в голову. Ну да. Зачастую, короче,
вымораживало. Но чекпоинты еще хуже. Вот ненавижу чекпоинты в современных. Пусть сосуд. Кстати, ты запустил последний замечательный Call of Duty? Мне прям интересно. С собакой-то? Да. Ну, так. Типа ради общего интереса. Ради общего интереса.